Советского информбюро. Войска 3-го Украинского фронта перешли в наступление в районе юго-западнее Будапешта. В начале марта противник сосредоточил здесь 11 отборных танковых дивизий. Перейдя в наступление, немцы бросили в бой сотни танков, самоходных орудий, бронетранспортеров, огромное число артиллерии, авиации и крупные силы пехоты. Они рассчитывали разгромить советские войска, сходу форсировать Дунай и захватить на его восточном берегу плацдармы для развития дальнейших операций. В ходе боев противник несет огромные потери. Уничтожено более 4000 немецких солдат и офицеров. За 24 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 147 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 63 самолета противника.